Оплатить услуги ЖКХ теперь можно не только онлайн. Для жителей округа вновь стали доступны кассы. Во всех ЖЭО, где принимают платежи, строго соблюдают санитарные нормы и следят за социальной дистанцией жителей. В комплекте с приветствием – медицинская маска. Вместе с открытием касс у сотрудников появилась новая обязанность – забота о безопасности посетителей. Начинают сотрудники всегда с себя. Кассир Людмила Подольская ежедневно в непосредственном контакте с жителями. Оттого и санитайзер теперь ее лучший друг. После каждого приема денежных средств я обрабатываю поверхность, предметы, с которыми мне приходится работать. Обрабатываю руки специальным средством после каждого прикосновения с деньгами. Небольшой дискомфорт, он не так страшен, вот, ежели самое главное для меня, также для посетителей, для плательщиков, здоровье сейчас превыше всего. Кассиры работают в одноразовых масках, меняют их каждые 2 часа. Для обработки рук и поверхности помещений используют дезинфекционные средства на спиртовой основе. Чистые и безопасные все ручки, столы и полки в отделениях. В залах начерчены линии социальной дистанции, а сотрудники следят за соблюдением правил. Ведь желающих оплатить квитанции по старинке много. У нас не подключена онлайн вот эта карта, поэтому как бы с этим не сталкивались, необходимости не было. Мама все время заполняет. Старые закваски человека, он привык, наличные все. Привычный способ оплаты жилищно-коммунальных услуг Люберецкий Трест вернул специально для удобства жителей, поскольку от своевременного погашения задолженности зависит деятельность всех управляющих организаций. Уважаемые жители, необходимо оплачивать коммунальные услуги, но при этом, если у вас нет возможности оплатить это онлайн, и не выходя из дома в связи с такой ситуацией, всегда наша касса открыта в определенные часы, но при этом берегите себя и принимайте все меры предосторожности. В Люберцах открыты 6 касс. Работают отделения в будни с 8 до 17 часов, в субботу с 10 до 15. Все вопросы можно задать сотрудникам единой диспетчерской службы ЖКХ по телефонам, которые вы видите на экране. Анна Троян, Валерий Абсолямов, телеканал ЛРТ.